Беспроводная презентационная система Yalink Roomcast. Универсальное решение для совместной работы. Roomcast – это система беспроводных презентаций для переговорных комнат, конференц-залов и мультимедийных рабочих пространств. Устройство позволяет участникам совещаний выводить любой аудио-видеоконтент на общий экран с различных устройств и без проводов, что незаменимо для совместной интерактивной работы. Без загрузок и установок программного обеспечения можно поделиться экраном своего ноутбука, планшета или смартфона на Windows, macOS, iOS или Android. Подключение пользователей осуществляется по технологиям AirPlay и Miracast. Кроме того, Yalink совместим с технологией GoogleCast, что позволяет передавать свой экран через браузер Google Chrome. Передача изображения на ТВ-панель может осуществляться с 4 пользовательских устройств одновременно, без смены интерфейса, дополнительных кабелей и приложений. С адаптером беспроводной передачи контента Yalink VPP20 еще проще передать экран с абсолютно любого компьютера по USB-порту одним кликом. С USB-адаптером у вас появляются расширенные функции. К примеру, возможность оставлять аннотации поверх контента и использовать режим белой доски. Передать можно свой экран, окно любого приложения, открыть доску с разными фонами, использовать ТВ-панель или ваш проектор как дополнительный экран. А при наличии интерактивной доски или сенсорной панели, вместе с VPP20 вам доступен режим полного управления компьютером. Или можно использовать обычную USB-мышку, причем подключить ее к Roomcast, а не к каждому из компьютеров. Даже если у вас не будет подключенных устройств с контентом, Roomcast, как самостоятельное устройство, все равно позволит использовать режим белой доски с сенсорной панелью или мышкой. А так как Roomcast работает на операционной системе Android, вы можете устанавливать на него сторонние АПК-приложения. К примеру, сторонний файловый менеджер, в котором отобразятся подключенные флешки, или же использовать его для доступа к общей сетевой папке компании с документами и видеофайлами. Браузер открывает целые горизонты использования устройства, к примеру, просмотр сайтов, совместное обучение, просмотр видео. На Roomcast удалось установить даже игру. Рассмотрим технические характеристики Yalink Roomcast. Поддержка 4К 60 кадров в секунду, гигабитный порт Ethernet для подключения в вашу корпоративную сеть. Устройство поддерживает питание от POE. Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi, HDMI выход, 2 USB-порта. В максимальную комплектацию входит само устройство, блок питания, USB-адаптер беспроводной передачи контента, Ethernet и HDMI провода, крепежка и фирменный стакан для USB-адаптеров. Yalink Roomcast работает с ИК-пультами от Yalink. Для управления настройками устройство имеет веб-интерфейс. Тут мы можем выбрать режимы, установить свои обои и логотип, получить доступ к дополнительным настройкам. Устройство компактное, со встроенным кронштейном, легко устанавливается на любую поверхность, ТВ-панель, проектор или даже на стол. Запитать можно через POE по сетевому проводу, что позволяет установить его практически в любом месте. Roomcast имеет встроенный Wi-Fi. Это позволяет подключить его к существующей Wi-Fi сети, или же работать в режиме Wi-Fi точки доступа, что позволит организовать Wi-Fi сеть для вашей переговорной комнаты. Эту сеть можно объединить с вашей корпоративной или же изолировать для безопасности, то есть создать гостевой Wi-Fi. Пользователям будет легко подключиться к этой сети по параметрам на вашем экране, даже если они у вас впервые. Yalink Roomcast – самое простое в использовании и очень универсальное решение для беспроводных презентаций и совместной работы.